Котика уставшего после съемок с разбитой головой. Скоро поедет домой, ляжет спать. Что-то это шампанское не идет, кстати. Да? Хоть такое все. Все болит. Колени разбиты. Дом 2. Построй свою любовь. В плане жесткий фотограф был где? Что-то я не поняла. Причем здесь фотограф? Угу, с 7 утра встанешь? Синяки. Привет. Синяки от дома 2. Нет, я не ушла, я на доме 2. Сейчас я просто отъехала до дома и поеду на поляну. С Никитой, смотрите в эфирах. Как в эфирах, так и с Никитой. С хуитой, блядь. На доме 2, да, очень нравится. Тоже смотрите в эфирах. Как мне там нравится. Ой, если честно, уставшее время 4 часа ночи, я хочу спать. И, конечно же, я грустная из-за отношений с Никитой. То, что все так у нас. Никак. О! Как вам? Мне кажется, не ваше твое. Спасибо большое, так приятно. Ну, видите, чувство такое дело, то, что иногда сложно контролировать себя, свой выбор. Ты идешь по сердцу, а в итоге получается то, что получается. Вы видите, что получается. На ночь, конечно, макияж смываю. Я просто говорю, и после съемок. И то сегодня приветики.
Обидно, да, но это жизнь. Вот обидно то, что у меня на голове, на лбу. Это все из-за веселого конкурса. Почему вы не спите в такое время? Смотри. Фу. Спасибо вам большое, взаимно, вам тоже настоящего счастья, большого-большого. Привет. Если честно, нет. Напишите еще раз. Да, в Москве. На любимый. Я на проекте. На дом 2 попасть не трудно. Если у тебя есть история, если ты интересная личность, харизматичная, то не совсем сложно, если ты правда хочешь построить свою любовь. То все получится. Вот я пришла, но, к сожалению, наша история не складывается, как вы видите. А у нас камеры в каждом, в каждой точке, да. На самом деле, я настолько там живу своей жизнью, то, что я не обращаю внимания на камеры, потому что для меня это жизнь, как и для многих людей, находящихся там. Я по нации немка, еврейка и русская. Ну, отец русский, а мама немка с еврейкой. А вот вы придите на дом 2 и посмотрите. Дай бог, дай бог. Спасибо вам большое, спасибо. Очень приятно, правда. Я не темненькая какая-то. Я светленькая. Метиска-миска. Метимка-миска. Я поняла, метиска. Мне 24. Придешь ко мне. А кто? Ты кто? Напиши мне в директ. Я поняла. Так, кто-нибудь остался здесь? Извиняюсь, что мне звонили. Так, все говорят, что к новеньким нельзя. Новеньким можно. Почему? Если есть симпатия к каждому участнику, то можешь попасть на проект. На проекте я хорошо общаюсь практически со всеми ребятами. Все очень дружелюбные. Когда я туда шла, был определенный страх, то, что ребята будут как-то надменно относиться. Но на самом деле меня хорошо приняли, поддерживают. Несмотря на неприятную ситуацию, которая, то есть, у нас сложилась, происходит в принципе и будет происходить, но
все нормально, все хорошо. Ребята дружелюбные. Ну, я уже нахожусь сколько? Что случилось по поводу? Да, я просто приехала к подружке в гости, у нее такая прекрасная картина. Да. Правда. Спасибо вам огромное, правда, очень приятно, честно, спасибо. Будьте счастливы. До свидания. Я на самом деле считаю, что мужчина должен быть мужчиной. Вот у него прям должна быть своя такая определенная энергетика, сильная харизма, чувство юмора. То есть он прям должен быть настолько брутальным, он должен уметь постоять за меня, за себя, за наши отношения, в принципе, за... Извините. Так, секундочку. Давайте ботокс уколю. Зачем мне ботокс уколоть? Ты же знаешь, что натуральное. Давай мне как раз ботокс портится. Не хочу ничего колоть. Дайте межбровку, сделай все. Там два укола. Подруге привет передай. Все, давай, оператив. Привет, спасибо большое, очень приятно, правда. Мне, правда, стыдно за определенную историю, но надеюсь, вы меня поймете и надеюсь на вашу поддержку. Не надо мне ничего колоть. Я не буду ничего колоть. Да межбровка тебе. Вот мне уже пишут, добрая подруга, жут. Да мне ботокс портится. Я рада, что у тебя ботокс портится. Не надо мне ничего колоть. Я не хочу ничего колоть. Я не хочу ничего колоть. Убирай телефон. Я еще убегу от тебя на поляну. Я еще убегу от тебя на поляну. Не надо мне ничего колоть. Ну давай. Мне вдохновение проснулось. Я смотрю и на подругу, и в телефон. Не надо, нет, не буду ничего колоть. Да мне шпровку. Не надо мне ничего колоть. Это у тебя морщина торчит. Ну и что, что у меня морщина? Ну не будет, я. Не надо мне ничего колоть. Все, давай. Да отстань. Да все, берите. Я не дамся тебе. Все, давай. Это мне больно. Клянусь. Я просто не хочу себя колоть ничего. Бери телефон. Ну, да моя подруга хочет здесь, у каждого, заколоть мне ботокс. У каждого бывают разные истории, так что бывает похуже, мы поймем. Спасибо большое. Я, правда, мне очень стыдно за эту ситуацию. Я вот прям, когда вы пишете какие-то слова поддержки, для меня это настолько приятно, потому что я настолько переживаю, в принципе, то, что происходит. Это очень тяжело. Но главное, это искренне. И я всегда говорила, что нужно действовать, идти по сердцу. Но разум говорит мне обратно. Подруга собралась колоть ботокс, но я ничего не хочу колоть, поэтому она сейчас просто так, мне кажется, испортит препарат. Просто не могу показать подружку. К огромному сожалению. Вот подружка.
Знакомьтесь, моя подружка. Да. Я не могу показать подружку. Слишком красиво. Слишком красиво, не в подобающем виде. Ну, вы напишите, да. Я уже все сейчас поеду спать. Так, ладненько. Всем спасибо. Спасибо тем, кто поддержал меня в этой нелегкой ситуации. И дай Бог будет меня поддерживать. Я очень это надеюсь. Потому что я очень переживаю, плачу. У меня на самом деле каждый божий день такие нервные срывы ужасные. Вот. Все, я вас люблю.